Автомат Калашникова 60 граммов ангельской пыли. Так на языке наркоманов называется героин. Все это полицейские обнаружили в кабинете этого мужчины. С проверкой сотрудники ЦФО и бойцы СОБР в его офис нагрянули не случайно. В Главное управление МВД России по Центральному федеральному округу поступила оперативная информация о возможном нахождении огнестрельного оружия в помещениях, принадлежащих мебельной фабрике в Московской области в Пушкинском районе. Информация подтвердилась. Этот сверток полицейские обнаружили в сейфе. Внутри оказался автомат с полным магазином. Патронов хватило бы на 30 выстрелов. Пакетик с наркотиками оперативники нашли в кресле хозяина. Откуда все это взялось в его кабинете, растерявшийся задержанный почему-то спросил у стражи порядка. И откуда это? Вы меня спрашиваете? Кто вас там спросить, откуда? Кто-то же вам сказал, значит, кто-то, может, поставил. Это на самом деле непонятно. Стражам порядка, в отличие от задержанного, все понятно. Сам же Али уверен, что оружие ему подбросили, возможно, конкуренты по бизнесу. Поставок какая-то галима. Зачем нам здесь автомат? Впрочем, владелец мебельной фабрики не такой уж белый и пушистый, каким пытается казаться. По оперативным данным, он приходится родственникам, так называемым «ворам в законе», известным в определенных кругах под именами Оник и Валера Тбилисский. Кроме того, задержанный имеет криминальные связи с кланом покойного деда Хасана. По факту незаконного оборота наркотиков, боеприпасов и огнестрельного оружия возбуждено уголовное дело. Владелец мебельной фабрики задержан, в его отношении избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Сейчас полицейские проверяют Али Калаяна на причастность к деятельности преступных этнических группировок, а также выясняют, насколько легален его бизнес и имущество.